Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Шустрил. Сейчас нахожусь в Гуспринске, мы докачиваем уровень, чтобы убедить того самого молодого человека на ракетном, на ракетном тестовом полигоне, что за херня, серия начинается отлично, на ракетном тестовом полигоне, что он на самом деле реально человек, то есть это глупости. И сейчас мы находимся на кладбище Гудспрингс. До уровня он осталось совсем немножко, я считаю, что я могу хотя бы вскопать немножко могил, это никому не повредит. Бафауты тут. Естественно, я иду сюда ночью, потому что какой смысл сюда ходить днем, правда? Это ж кладбище. Никто не будет против, если я скрою пару могилок. О, это свеженькая. Турбо. Так, тут у нас патрончики. Ну, вроде все нормально. Я ждал худшего от ночного похода на кладбище. О, это вообще свежее. О, это уже раскопы. А, тут, кажется, я лежал. Господи, как мне фартануло. Keep out. Да ни за что на свете. Это же кладбище. Это же весело. Так, что это? Снежный шар Гудспрингс. Вы нашли снежный шар из коллекции достопримечательного Сиахама. Большинство считают эти редкие довоенные вещицы никому не нужными и безделицами. Однако ходят слухи, что некоторые коллекционеры готовы хорошо за них заплатить. Но я постараюсь найти кого-нибудь из таких коллекционеров. Хорошо за них заплатить. Я готов хоть прямо сейчас. Я даже могу стать одним из этих коллекционеров. Ладно. Нам нужно завалить пару мобцов. Охота начинается, друзья мои. Охота за уровнем начинается. Думаю, в диких пустошах хватит. О, я уже, кажется, что-то вижу. Нет, мне показалось. Я думаю, в диких пустошах нам хватит монстров. Так ведь? О, вон там уже что-то ходит. Видели, там что-то пошло влево. Вот где-то там. Я видел, как что-то шмыгнуло. Интересно, что же это? Сейчас мы узнаем. Опа. Я уже вижу красные точки. Что же ты такое? Так, ну-ка, вот он уже здесь. Гигантский рад скорпион. Ага. Ё-моё, какой ты шустрый. На тебе, пожалуй. Слышь, ни хрена себе он толстоват. Где мой револьвер? Револьвер где? У меня же больше нет револьвера. Твою мать! У меня теперь только голимый пистолет. Голимый пистолет у меня. Голимый пистолет! 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 Так, кажется, есть, ребят. Блин, какие они жесткие. Я отравлен, у меня должно быть противоядие. Я же ношу с собой противоядие, правда? Я же не настолько упортый, чтобы носить с собой противоядие. Блин, у меня нет противоядия. У меня нет противоядия. Куда я его дел? Твою мать, что же делать? Что делать, как же быть? Надо мазать со стимпаками, это поможет. Черт возьми, я отравлен. Я отравлен как сука. Твою мать, твою мать! Можно тебе по лицу, что ли, заехать? Я не знаю. Нет, зачем я это сделал? Надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать. Надо бежать, блядь, пожалуйста, что ж делать-то, что ж делать-то? Пизда мне, пизда мне. Беги, 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 спасай себя, мазаться, 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 стимпак, супер стимпак, парочку штук. Ой, хорошо. Ёб твою... Налево. Очень все мимо, плохо. Спасай себя. Твою мать, еще один. Покачался, блядь, покачался. Сходил, покачался, молодец. Ой, пизда, ой, пизда. Ой, пизда. Почему еще живой, я не знаю. Стимпаки мажем. Что там? Психа, давай еще медикс. Что еще есть? Что еще можно вмазать в себя? Бафалт не поможет. Похуй, да еще и бафал. Нормально, нормально, давай, ты тоже давай. Давай. Твою мать. Врагу не сдается. Наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Пизда рулю. Загрузить. Быстрая маховская пустошь. Ох ты ж, бля... О, отличный выстрел. Ты совсем не привлек внимания. Так, ладно, давайте скроемся и попробуем поохотиться теперь с расстояния. Жесть какая. День начинается продуктивно. Ага, вон ты. Опа.
Попал, попал, попал. О, почти убил, кстати, с одного выстрела. Хунчей винтовка, здоровская тема. Так, ну-ка, подползет, ну сейчас и получит свою дозу свинца. Так, опасность. Мне кажется, преследует еще один. Так, давай-ка пожалуй ему. Пожалуй, пожалуй, давай. На. На, любишь, когда стреляют в жало? О, боже мой, он не любит, он не любит. Твою мать. Твою мать, твою мать. Получи, получи, падла. Нет, как он так быстро подходит ко мне? Как ты так добираешься? Смотри, какой он хитрый. Какой у него пасфайдинг. Блин, они меня как-то жарят. Блин, нереально бронячие. Гигантский раскорпион. А я до этого таких просто раскорпионов, что ли, стрелял? Помните, с ними вроде проблем не было. Критическое попадание. Он все еще, сука, он нападает на меня сверху. Ёбаный жучара. О, есть. Полетел бешеный жук. И я, блядь, сальтуху сделал. Просто потому, что могу, блядь. Я не знаю, почему я сделал сальтуху, ребят. Наверное, это травление. Такс. Блин, окей, давайте еще аккуратнее. Блин, их слишком дохера. И вон еще три. Они, кажется, там спят. Надо найти какое-то место, где они меня не смогут достать. Или, по крайней мере, для них, они это будут, ну, очень тяжело им будет меня достать. Но эти раскорпионы, это что-то с чем-то. Как они целины, они ходят на двух ногах, как будто они, как люди. Так, давайте этому жахнем. Оп, есть. Оп, еще одну туда. Оп, засылаем, пока можем. Давай. Так, кажется, 5 патронов ушло в никуда. Так, критическое попадание есть, защитно. Осторожно, осторожно, пока осторожно, можно пойти заныкаться куда-нибудь, пока опасности нет. Одного приняли, ребят, нормально. Качаемся, качаемся. О, маленький раскорпион, их можно вообще убивать с ваншота, ну-ка. Шлеп, есть. Он еще один маленький. Шлеп, не попал. Шлеп, не попал. Шлеп, попал, но не убил. Жало повреждено, я его повреждаю. Он уже еле ходит. Отличный выстрел, шус. Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо. Так, немножко опыта осталось, чуть-чуть совсем. Еще надо одного большого. Осторожно, осторожно, меня кто-то видит. Так, сейчас будет не видно вас. И, кстати, надо винтовочку отремонтировать. Тоже так думаете, да? А то она как-то, смотрите, прям совсем износилась. Так, здорового давайте, здорового, вон того. Оп, есть. Ну-ка, давай-ка потихонечку его... Приходуем, приходуем, сынка. Пара попаданий там было, я уверен. Сейчас добьем. Есть контакт. Это должен быть уровень, а это должен быть уровень. Ну-ка, уровень мне. Да? Да? Это же уровень. Ну-ка. Ей! Хорошо. Ну и где? Ту-ту-ту-ту. Отлично, отлично. Так, красноречие. Входим в красноречие с двух ног. Ну все, братан. Кажется, теперь я тебя могу тебя убедить. Только для этого я задум новок, мне там нужно поторговаться. О, черт, ребят, это было очень сложно. Ну, по крайней мере, не очень, но эти скорпионы, сука, у них, оказывается, есть силы. Я просто неправильно выбрал тактику для себя ведения боя. И я действительно не могу сейчас им ничего противопоставить. Но в то же время с расстояния я как длань. Опа, ты решил отойти? Большая ошибка. Там радиация что-то прет. Так. Ебать. У тебя тут каких-то ракет, сувениров очень много. Так, в ящике Тирекс. Сколько у тебя этих Тирексов? Господи, боже мой, это ненормально. Тут радиации фонит, торговый автомат, бутылочные крышки. Что у него здесь еще? Сувенир, ракета. Понимаю, чувак, это просто страшно. Я думал, у тебя здесь что-то стоящее. О, гильза. Гильза 10-миллиметровая. Это мы возьмем, капсули, гильзы. Но это мы возьмем просто по фану. Я не знаю, зачем мне это, потом продам ему уже. Так. Слышь, ты бы замыкался, кстати. А то ящик с боеприпасами. О, патроны для моей винтовки, которые я хотел купить. Еще патроны. Так, тут у нас что? Заколки? Естественно, мне нужны заколки. Так, это похоже на ядерные батареи, но их, походу, взять нельзя. Так, пепельница. Кассовый аппарат. Тоже ошибся, ты, кажется. Эту херню вообще удерен, она радиоактивная, кажется. Или это ракета радиоактивная. Хер знает. Такс. Угу. Аптечка первой помощи. Тоже ты ошибся. Так, что это? Заколки. Слушайте, ну эти ребята в торговле вообще не пуганы. Выключи радио, мало ли музыка начнет играть, потом мне плохо будет. Так. Пора отправляться.
Мэнни Варгас дал мне задание, и я его выполню. Как свой долг. Блин, винтовку бы отремонтировать. Надо бы сходить к НКРовским ублюдкам и заставить их ремонтировать мой ствол. Потому что более ремонтников я не знаю, кроме себя самого. А у меня никаких запчастей, к сожалению, для этого не имеется. Интересно, если я возьму металлолом и попробую отремонтировать? Охотничья винтовка, ну-ка, ремонт, мэр. Попробую сейчас взять металлолом и отремонтировать. Может получится, черт его знает. Но я очень слаб, как вы знаете, в ремонте и прочих штучках, дрючках. Ловушки обезреживать зато умею. Похаваем? Как там у меня с едой? Статистику, пожалуйста, мне по еде. Да, не мешало бы перекусить немножко. Теперь ты со мной, мертвый гуль. Давайте как использованный продукт утилизируем немножко. Если что, принимай гостей. Скажи, что занято. Мы на перекуре. У нас обеденный перерыв. Такс. Тебя я уже скушал. Да, тебя я уже скушал. Лазерная винтовка у него, но я и не возьму. Не возьму, потому что, ну, места мало. Мне нужно найти нового торговца, который сможет у меня забирать все мои шмотки. Кто-нибудь знает такого? Нет? Жаль. Так, что-что? Знаете? Где он находится? А, ну я посмотрю. Естественно, я не посмотрю. Что, издеваетесь? Вы только что пытались говорить с монитором? Мне вас жаль. Так, да прикалываюсь. Надо бы пойти это... Надо бы пойти запустить ребят в космос, как они просят. Только сначала сообщить этому молодому человеку, что он не гуль. Ну, двигайся же. Ты действительно веришь этим гулям? Там, что начал заряжать... Слабенький делок. У меня же харизма прокачана. Как я не смог его убедить без докачки? Я думал наоборот. О, металлолом. Проверочка. Не могу, ребят. Хотел бы, но не могу. Где металлолом? Нахер металлолом. Такс. Посмотрим, что он на это скажет, интересно. Он скажет, да я все прекрасно понимаю. Просто эти люди, они там это... Суки, они меня гнобили, я решил, что с гулями мне будет лучше. Как-то так, да? А это что, здесь был быстрый выход, и я о нем не знал? Выйти по лестнице и выйти на Маховскую пустошь, где я нахожусь. Люк, рыбкон, подвал. Тут был быстрый выход. Ну, не знал, ребят. Я видел в прошлый раз, но лишь думал, что такое этот, ну, просто подняться. Не догадался. Сынок! С ракеты. Джейсон сказал... Джейсон сам сказал мне, великое путешествие только для гули, ты не летишь. Боже, ты же говоришь правду, да? Нет, как они могли? 2 года, боже, да они смеялись надо мной. Ты знаешь, я ведь без труда могу взорвать ракеты при взлете. Вот посмеются, а? Адски будет смешно. Впрочем, если подумать, мне нравится идея... Слушаешь, они зря... Мне нравится идея разрушить их планы. Принеси мне сахарные бомбы. 3 коробок должно хватить. Стоит добавить их в горючую смесь и бум. Я покажу этим вонючим гулям. И они будут точно знать, чья это работа. Что тебе еще нужно? Чтобы взорвались ракеты, мне нужно подготовить их к пуску. Принеси мне восполняющееся вещество и модули регулирования тяги. В качестве топлива можно использовать любые ядерные отходы. Главное, чтобы контейнер был плотно закрыт. Поэтому мы не сможем использовать отходы на пусковой площадке. Что до компьютерной части, то система управления тягой проста, поэтому пойдет все что угодно. Что, блядь? Ладно. Я пробую на тебя смотрящее вещество. Хорошо, нам много не нужно, 2 или 3 литров будет достаточно. Где я могу найти эти компоненты? Рывконе побывали толпы старателей. Они расточили. Компоненты могут найти где угодно, если вообще найдутся. Джейсон говорил о каких-то развалинах промышленного здания к востоку отсюда. Там вроде высокий уровень радиации. Хорошо. Черт возьми, я думал, это будет проще. Просто сахарные бомбы и все. Так нет же. Хотя я буду принести ему сахарные бомбы, скажу, вот бомбы, давай, это мой. Скажем, что у нас все есть. Блин. Так, давай теперь... Купим бомбы. Нам надо купить бомбу, мы их купим в Гуспринс, у меня там свой человек. Свой человек у меня там продает бомбы одну за другой. Бомж он, правда, немножко, потому что у него нет ничего из денежек. О, мой обед тут немножко готовится, тлеет. Так, оу, тихо, твой любимый клиент, как всегда, здесь. Оу, ну-ка проснулся.
Да, здорово. Бомбы есть? Да, действительно ищу. Покажи, что у тебя есть. Как насчет сахарных бомб? Беличьи сухарики, докторский саквояж, маис, наливные яблоки, пюре. Лоу, у тебя нет сахарных бомб, быдло. Где сахарные бомбы? Они у тебя точно есть на прилавке? Я есть найду. Так, жевательная резинка, жевательные пластинки, пюре. Я найду. Торговля еженедельник. Где, если бы я искал сахарные бомбы? Где бы я их искал? Вот, сука, дал задачку, гуд проклятый. Лол, ролики. Наливные яблочки. Свинина с бобами, а бомб нету. Что за шутки? Где ты их держишь, мразь? Точно где-то здесь. В холодильнике. Кедровые орехи, беличьи сухарики. Да не то все, не то. Блок сигарет. Ящик для брони? Одежда наемника-борца. Да не нужна она мне. Письменный стол. Так, ладно, черт с этим мудаком, не продает он их. Давайте подумаем. В приме точно старина готовит. Не, давай сначала в кабак к этой проститутке зайдем, которая в НКР. У нее-то точно там всякие десерты есть, она же там барменша проклятая. Да? Да? Да. Привет, быдло. Так, как раз еще надо бы заскочить и отремонтировать мою винтовку. А тут у вас говорят, вы умеете. Заряд бодрости закончился. Заряд бодрости всегда со мной! Так. Ты, Мэйс, хорошо работает. Тут многие тебя в пример приводят. Да, в пример. Мне требуется ремонт, раз такое дело. А хочешь винтовку? 2700 крышек. Зачем ты это делаешь? Я думаю, можно купить новую за такие деньги, братан. Ну ладно. Не, ну хуй с ним. Ну 2000, ладно. Ну дорого, конечно. Хотя кожаная броня всего 99. Тут есть и подороже. Зато можно отремонтировать нож тот самый. Тот самый ремонтировать я уже не буду. Лопату тоже, к сожалению, не буду. Ковбойскую шляпу хочу отремонтировать. За понты крышечек. Очки ты мне, наверное, не починишь. Ну давай винтовку, хер с ним. Бабки-то есть. Нам нужно поговорить о приме. Прим? Там стоит взвод Хейса. У них какие-то сложности с беглыми зэками из Тременкара. В чем дело? Видал примы лучшие дни. О да, это был многообещающий торговый город до того, как побегал из тюрьмы. Я сам посадил немало денег у Вики и Вэнса. Что, я могу что-нибудь помочь? Больше, чем все. Он говорит, что я уже помог. Ну и все, да-да, раз помог. Пошли к черту, сынки. Винтовка изменилась внешне? Нисколько. Так, теперь сахарные бомбы. Надеюсь, на них у меня бабок хватит. Это ж не деликатес какой-то, правильно? В сторонку, боец. Ты рада меня видеть? Ну, как всегда. Что у тебя есть на продаже? Сахарные бомбы гони. О, у него 2000 крышек. Лолец, лолец, какой хороший. Так, а что у тебя по оружию есть? Вармин винтовка, осколочная граната, режущая перчатка. Лол, это здорово. Так, давай ко мне сахарные бомбы. Да что ж, никто, ни у кого нет сахарных бомб, ребят, что за шутки? Что, мать его, за шутки? У меня есть еще, конечно, идея, где я могу их найти, но... Ладно, так. 400... Есть патроны, которые моего типа под мою винтовку? Нет, наверное, нету. Жаль, но в любом случае ты встряла. Это я тебе так скажу. Теперь забирай этот отстой, тот самый не забирай, пригодится. Патронов оставь мне немножко. НКР-баксы. Ты, короче, у меня все заберешь. Даже несмотря на то, что у меня плохая реп... Хотя, я даже не знаю, блядь, может... Нет, ну что-то курс у тебя отстой. Принять, все, иди к черту. Не хочу. Курс говно. Так. У меня... В Ниптоне, кажется, там был какой-то этот супермаркет. Ну или что-то похожее на супермаркет. Город-призрак. Стоит зайти там, пошляться по домам. Думаю, что-нибудь найду. Ну, естественно, я тебя не оставлю, малыш. Как я могу себе позволить? Кстати, здесь я мог и покачаться. Хотя за вас ничего не дают. Вот, Ниптон, вот, трейдинг. Универсальный магазин. В универсальном магазине должны быть сахарные бомбы, вы так не считаете? Так, поехали. Тостер, не то. Не то, не то, все залутано уже. Так, слышь, братан, что с тобой случилось? Чуть-чуть на куски пор... А, ну да. Такс. Какие-то запчасти от людей там. В подсобке, может?
Ядер холодильник пустой. Черт возьми. Угу. Так, на кухоньке, может, там в шкафах нет. Кофейник. Сейф. А я тебя лутал? Тут гильзы одни остались. Да, видимо, лутал. Так, ребят, ну что-то и здесь не нашлось ничего. Но я знаю еще одно место. Еще одно знаю. Тут опять же неподалеку. Так. Ниптонская дорожная стоянка. Я вроде там тоже ходил. Тут тоже был какой-то магазинчик. Где-то вот он, да? Лестер. Ниптон дорожный магазин. Сахарные бомбы, пожалуйста. Дрожжи, нахуя они мне? Так, жевательные пластинки. Макароны с сыром. Кулачный бой в иллюстрациях, пригодится. Грязная вода. Мало ли что, может, сундучок, металлическая ложка. Очень нужно в этом шкафу. Оружейный шкаф, средний замок. Но я-то мастер. Так, вот где-то, где-то вот тут. Нет? А, нет, где-то тут. Отлично. Патрон. Пистолет с глушителем. Ясно. Не так уж и сильно. Такс. Бомбы, сука, сахарные где? Это что? Мука, очень нужно. А, блядь. У меня нет слов. Если бы я был сахарными бомбами, где бы я спрятался? Так, хорошо. Я думаю, в Новаке есть любители сахарных бомб. Там еще целый торговец есть. Еще и можно в Прим зайти. И, кстати, в Новаке, если у тебя обновились, если у той шлюхи обновились деньги, значит, наверное, обновились у всех. Может быть, и у тебя старина. Я там вскрыл немножко, правда, твои эти пожитки. Но думаю, ты все еще в порядке. Ты здесь? Отлично. Ходи сюда, торговать будем. Hey, you came back. Must be doing something right. Давай это. Welcome back. Кончай. О, 593 бакса. Слабоват ты. На сразу большой меч. На вермишель. На джет. На блок сигарет. На... Что еще у меня есть такое? Что стоит денег? Дробовик караванщика на... Завтрак караванщика на... У меня уже есть свой завтрак караванщика. Так. И мне нужны сахарные бомбы, сынок. О, братан, ты просто... Ты просто космос. А с оружием у тебя ничего не появилось, да? А у тебя есть прицел? Ну-ка, лотерейный билет. Ну-ка, давайте с самого начала. Боевой прицел для лазерного пистолета не интересует. Зажим не то. Коробка боеприпасов 5.56 не нужны уже. А, лазерная винтовка прицеливания нет. Лазерный пистолет нет, сувенир ракеты, удлиненный ствол 357, это револьвер. Рукоять для катаны? Какой в жопу катаны? Что, поехавший, что ли? Так, и боезапас, мне нужны патроны охотничьи, которые стреляют 304, кажется. Он, я чем я стреляю, друзья мои? Охотничья винтовка. 308, у тебя нет 308, братух? Нет, у братухи нет 308, да это, в принципе, и не важно. Давай, удачи тебе. Прицел бы, конечно, на нее заиметь. Какой-нибудь. Как на револьвер. А с револьвера, наверное, я снять не могу. Так, полигон Рыбкон. Отнесем ему сперва сахарную бомбу. Может, он скажет, что этого достаточно, и я лишний раз не буду шляться. Кажется, где-то там был заход по канализации. Да понял, я понял. Обезвоживание, так обезвоживание, так H2O. Надо выпить пару бутылок водички. Слишком много ходил, походу, именно поэтому. Ну, fast travel, это моя вода. Кулачный бой в иллюстрациях. Очищенная вода. И очищенная вода. Две штучки, я думаю, хорошо. Тут они стакаются, это я понял, поэтому. Ну, какой бункер там. Надо будет сходить посмотреть, что там. А, это... Я два стимпака когда мазал. О, хорошо. Сколько там сняло мне? Можно еще даже одну пригубить. Только теперь надо посмотреть грязную воду, давай. Пускай радиация чуть-чуть побесит. Погуляет радиация. Пускай погуляет. Так, что-то я немножко потерялся или заблудился. Он же где-то здесь этот люк был, правда? Я ведь ничего не перепутал. Все-таки что-то перепутал, кажется. Да, что-то в этом... А, нет, смотри. А, нет, что-то все-таки попутал. Их хер с вами, пойду обойду, мне не жалко. Или жалко? Не, не жалко. Потом еще посмотрю, где тут. Я рядом с ним где-то прошел, скорее всего. Спрятали же, суки. Но ничего страшного. Хотя как это ничего страшного? Я же хотел, блин, по-быстрому спуститься. Ну что за шутки?
Шутки-то за что? Шутки за 200. А, моя нога! Подвернул коленку. Ничего-ничего, гулю скушаем, и все хорошо сразу станет. С тенями я разбираюсь, сахарные бомбы я вам таскаю. А вы мне что? Вы мне за это что? А почему я могу есть диких гулей не могу, а тех могу? Дикие гули, наоборот, это более натуральный продукт, как мне кажется. Такс. Опа. А, ну да. И, кстати, здесь еще, помните, была столовка справа? Может, там были сахарные бомбы? Я просто так бегал. В холодильнике, да, они? Нет, это всякие шашлыки, винища. И ломятся столы от угощения. Винище, что-то там водка и соленья. Умер Ленин. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Так, все, хватит песен. Надо нести сахарную бомбу. Я рожден был для этого задания. Как выгляжу я? Стильно? Стильно. Такой молодой человек не может выглядеть не стильно, понимаете? 5 на 33, в принципе, я даже к бою готов. К бою средней сложности. Только повернул, я, кажется, совершенно не туда. Да. Бывает и такое. Иногда люди поворачивают совершенно не туда, куда им говорят. А вот, тут можно спуститься. Это оно? Нет, это не оно. А, у меня задание стоит дурацкое. У меня стоит не то задание. Но я все же отнесу сахарные бомбы. Если что, там можно будет его быстрому подняться. Как раз запомню. Надо будет взять какой-то ориентир себе, а не просто вышел. О, посмотрел, ясно, здесь можно выйти и все. Нужно запоминать. Можно на альт, а нет, на альт прицел. Я думал, на альт можно просто приблизить. Так и хочется, как в DayZ или в армии, бежишь, так раз налево, направо посмотреть. Ну и при этом держать свою эту траекторию. Буду бегать сейчас чаще всего на кушечку, вот как сейчас, чтобы не париться. Так. Принес эти твои сахарные бомбы, гуль. Телесные компоненты. У меня есть сахарные бомбы. Да ты... Нихуя себе скафандра за 700. И шлем от скафандра. И ментанты. И стимпак. Кто там рыгает? Ребята, вы нормально? А вон там сидит гуль какой-то. Какой-то ненормальный гуль. И там Брайт что-то стоит на него палит. Ты пидорас, короче. Я не помню, чтоб ты говорил про три. Ладно. Сходим на задание, принесем ему топливо, заодно, я уверен, он бы послал меня за ними все-таки. Так, вот мы где. Если мы находимся здесь, мы находимся к югу от завода. А, то есть мы прям совсем рядышком. Я ходил туда, надо было идти сюда, напрямик. Ладно, пойдем на задание, которое он дал нам. А это задание как раз в Новоке. Нам как раз по дороге, неважно. Можно сказать, что мы забыли третью пачку сахарной бомбы, а можно сказать, что мы ее специально не брали, чтобы не гонять себя трижды. Так, сразу... А, давайте сразу заскочим, чтобы потом не возвращаться. Ёб твою мать, Виктор! Вы можете назвать меня маслом и объявить печенюшкой, если это не мой дружище из Гудспринс. Приятно видеть старого друга. И мне, дружище, и мне. Чем старый Вик может помочь тебе? Ты говорил, что те, кто напал на меня, направились сюда, так? Нет, не думаю, что я это говорил. Но тебе стоит поспрашивать местных. Народ в Новоке должен знать, кто проходил этой дорогой. Что ты делаешь в Новоке? Если честно, сам не знаю. Я получил уведомление, что мне нужно направиться в Нью-Вегас. Думаю, там все и узнаю. Надо же, какое совпадение, как это мы вдруг повстречались. Ну, дорога-то одна. Я бы больше удивился, если бы мы не повстречались. И наверняка мы еще повстречаемся. Счастливо тебе, Вик. Я тебя даже не заметил, так хорошо сливаешься с этим самым. Такс. Сахарные бомбы. Ты мне не додал, братан. Как это, кстати, по счастливому обстоятельству здесь продаются? Если бы ты ушел и не продал их мне, я бы тебя возненавидел, потрошитель. Так, с окейшки. Взрывчатка С4.
Написано, кстати, стоимость 2997, а когда так покупать 1400. Это из-за того, что у меня красноречие или что? Оригинальный клитом кликотана. У тебя даже такое было? Этого я не видел. У тебя что, обновился этот самый плазменный защитник? Что там ты вообще продаешь? Все еще ничего интересного. Давай ко мне свой сахарную бомбу свою. Нормально. И разные, я сейчас посмотрю. Лотерейный билет, оригинальная катана. Я просто ее не видел раньше. Вот, цель для сексуально для пилы, трубка для кастета. Что вообще? До свидания. Быдлан. Так. Теперь бегом просто. Роняя кал. Роняя кал, бежим на задание. А почему у меня их два? Это, видимо, принести туда, а это взять оттуда. Ну, пошли сходим. А что я ищу? Топливо какое-то, я, кажется, ищу. Кстати, а скафандр что дает? Я же у него взял скафандр, надо было впарить. Сопротивление радиации 40. Ничего себе. Так это значит, я его лучше оставлю. Если... А шлем? Просто броня. Ну-ка. Как долбоёб. Так, дайте мне, пожалуйста, обратно ковбойскую шляпу стильную. Оставлю-ка я скафандр на случай, если мне нужно будет куда-то сбегать. Тем более, я себе купил апартаменты тут, в Новаке. Можно там оставить его пока. Когда понадобится, я пойду его и заберу. Да, так и сделаю. Обидно будет, если мне придется... Это что? Это мертвый кротокрыс. А кто его пришил? Кто пришил старину кротокрыса? Опа, а вон и тот, кто его пришил. Сейчас посмотрим на охотничью винтовку в скрытности, друзья мои. Ну-ка. Ага, молодой золотой геккон. Охота! Бум! Ой-ой-ой, ушки-ой-ой, сила-то какая. Сколько она дамажит, когда отремонтированная? По-любому больше, чем тот самый. Так. Тот самый дамажит не отремонтирован. У него УС хороший. 19. А охотничья винтовка выпиливает 42. Ну да, но у него УС поменьше, потому что она долгая. Сколько я, кстати, умею стат? Мне просто интересно, сколько я умею... Оружие я умею... О, мне не хватает до оружия для полного использования винтовки. Надо будет еще двушку прокачать на следующем уровне, обязательно. О, он тоже в скафандре, тоже поехавший. Обыскать пока. О, восстанавливающееся вещество, дневник радикала, полицейская дубинка, антирацион тоже возьму. А теперь можно, в принципе, и покушать. Возвращайтесь в радиоактивный комплекс и отдайте топливо Крису. Хорошо, отдам. А нам точно все нужно? Может, сахарных бомб будет достаточно? А что здесь радиоактивный костюм, интересно? О, а это что? Чемодан. Кларкфилд. Интересно. Ой-ой-ой, здесь врагов! Ёп твою мать. Кажется, ошибочка вышла, друзья. Гули бегут. Нет, это гекконы. Ой-ой-ой, кажется, это у них ошибочка. А, или это маленькие гекконы были, а эти сейчас большие. Поднялся к папочке, молодец. А теперь лови в череп свой. Че ты головку прикрыл? Не понравилось? Второй поднимается там. Тут еще второй был. Вон он. Хрена они бегают быстро. Мув спид, ребят, порезать надо, кажется. По нерв. Вольво нерв. Ладно. Спишем на красивую победу. Так, давайте отойдем подальше. Фаст тревел мы сейчас не сможем использовать в любом случае. Может, снайперка сюда можно убить его? Не, нельзя. Так, все, нам пора. И на этот раз мы помним, где находится канализация, чтобы по-быстрому, если что, оп-оп, вот она тут где-то. И я не шучу. А вот и она. Бумс. Вот теперь-то все стало гораздо быстрее, правда? О, пустоши, это здорово. Пора новую броню себе найти, кстати, полегче. Так, тебе удалось найти компоненты, чем быстрее... Да-да-да, мне удалось найти контейнер оскверняющего вещества. Да, то, что нужно. И, похоже, контейнер цел. Иначе бы тебе не выжить. Осталось найти модуль регулирования тяги и три коробки сахарных бомб. Значит, все-таки мне все понадобилось. У меня есть сахарные бомбы. Я подмешаю сахарные бомбы в топливо. Они ничего не заподозрят, пока не станет слишком поздно. Но сначала мне нужны остальные компоненты, о которых мы говорили. Где я могу найти эти компоненты? Старатели наверняка уже продали модули или пытались продать. Стоит начать с местных торговцев запасными частями. Хорошо.
Я думаю, наша старина в Новаке впаривает как раз такое. Было бы здорово, если бы я не отдавал ему свои крышечки, а мог бы... А, вот смотрите, над Новаком товарищ какой-то чем-то промышляет. Пойдем посмотрим. Надеюсь, не больше 1000 крышечек. Очень не хочется платить больше. Кстати, тут в Новаке есть доктор, очень неплохой. Это здорово. Я думал, эти караваны должны перемещаться. Они как-то осели в одном городе, им нормально. Уже свет... Смотрите, горит свет. Можно зайти проверить. Дом Макбрайдов. Макбрайды? О, Дасти Макбрайд. Элис Макбрайд. Здорово. Эй, привет, новичок, город, да? Меня зовут Дасти. Что вы делаете здесь, Новаке? Я занимаюсь своим ранчо и все такое. Элис тебе все расскажет. Я-то небольшой говорун. Как идут дела, как хозяйство? Тут можно говорить скорее о том, что осталось на хозяйстве. Кто-то нападает на наших животных по ночам. С несколько недель наше стадо уполовинилось. Расскажи мне, что тебе известно о нападении. Всякую ночь около 12 мы с Элис просыпаемся от диких криков и выстрелов. Если бы наступил конец этого, это было бы... И то было бы шума меньше. Одна ночь, одно животное. Он не забирает тушу. Он не отрезает куски, просто оставляет труп, продравленный пулями. Посмотрим, может мне удастся поймать злодея. Пытались ли вы найти нападавшего? Прошу прощения, мистер, но эти двухголовые не стоят того, чтобы получить за них пулю. А если предположить, что хоть половина из того, что говорит Нилай, правда? Мы только можем надеяться, что убийца уйдет в другое место, или ему надоест. Главное, чтобы это случилось до того, как он прикончит всех животных. Как бы это ни было, думаю, он не из города. Стреляет обычно с западной стороны. Посмотрим, может ему удастся Мы будем очень благодарны, особенно если тебе удастся поймать его до того, как мы лишимся всей скотины. Но, пожалуйста, будь осторожнее, не рискуй своей жизнью. Мы с Элис как-нибудь выкрутимся, всегда выкручивались. Я постараюсь. Но... Сколько у нас времени? Сейчас у нас 19:58. У нас есть немножко времени, чтобы разобраться как раз с торговлей. А уже потом посмотрим, что там с нападениями. Такс, надо будет найти какую-то выгодную позицию. Интересно, кто шмалит по ним. И будет ли у меня возможность договориться с тем, кто шмалит, чтобы зашмалить вообще весь этот город? Ну, это уже, конечно, история умалчивает. Вы делаете глоток из вашей верной фляжки. Да, что-то он мне не очень помогает. Кальмильо. Кальмильо, старина, давно не виделись. Это, походу, лагерь старателей, где я могу купить себе запчасти. Какие-то гидравлические. Или как они там? Свалка мамаши Гибсон. Кальмильо, басо. Ты же был Кальмильо. Или ты Кальмильо? Кальмильо. Вот он. Мамаша. Мамаша Гибсон. Я ищу вас. Вы мамаша Гибсон? Нет, это Фил. Секундочку. Она, наверное, внутри. Она должна быть внутри. Да, она внутри. Гаражная дверь. Гибсон! Мамаш, вы уже легли спать. Я, конечно, извиняюсь, бабуля, но... Привет, я мамаша Гибсон. Ты еще молодая? По крайней мере, с утра так звали. Я продаю разные запчасти и неплохо ремонтирую вещицы. Ты ремонтируешь вещицы? Почему ты молчала? Покажи, что у тебя есть на продажу. Прежде всего. Оружие. Мамаша Гибсон. Нет, только разное у нее есть. Вообще все. 8 пик, большая спорочная книга. Так, дама... Оу. У нее даже какие-то апгрейды есть на лазерные винтовки. Собачья миска, блядь, нахуй она мне нужна. Так, хорошо. У тебя, в принципе, есть крышки и есть цена. Мы нашли очередного торговца, который будет с нами торговать. И теперь можно тебе впарить традиционный костюм, потому что у меня есть отличный, можно сказать, просто идеальный скафандр, который защищает столько же. Потом гидры пригодятся мне еще, я думаю, если вдруг все плохо будет. Динарии легиона забирай, к черту они мне нужны. Я продам тебе сейчас просто все. Истощенные ядерные батареи. Да нахер, они даже, понимаете, даже если они ничего не стоят, они мне не нужны. Я не собираюсь крафтить из них пистолет, ну, патроны. Я патроны буду покупать, очевидно. Лазерные винтовки все забери. Медикс, ментанты, ментанты. Оставишь парочку. Один оставишь, мне может пригодиться как-нибудь. Восприятие, если мне надо будет заиметь еще. У меня так восприятие все нормально. Метательные копии, зачем я их еще ношу с собой? Ядерные батареи. Сколочные гранаты, револьвер охотничий. Да не знаю, нахер он мне сдался, у меня теперь винтовка есть здоровская. Я еще, может быть, конечно, пожалею, но думаю, нет. Патроны 20 калибра, не использую их. Патроны такого калибра, не использую. 308, вот это мне нужны патроны. Магнумовские, возьми. Винтовочный порох, плазменную винтовку. О, все, кажется, у тебя кончились деньги. Такс. Что я ищу там, вы помните? Запальник.
Кажется, придется у нее спрашивать отдельно. Есть ли у тебя в продаже модуль регулирования тяги из Репкона? Да, есть модуль регулирования, но они дешевые, 500 крышек. Красноречие. Или бартер. Ну вот, смотри, но ведь ты снизишь цену до 20 билетов для такого обаятельного покупателя, как я. Ха! Да ты уговаривать умеешь. Какого черта? Бери за 250. На, у меня нет своих крышек. Бери. Слышь, но мне оно досталось практически за бесплатно, благодаря моей харизме. Так что... все. Гули сегодня в этой серии, ребят, точно полетят. Им уже никуда не деться. Какая все-таки, да, цепочка квестов интересная. Насколько я помню, тут еще есть такие товарищи, как же их, господи, оруженосцы... Не, оружейники, кажется. Вот они, этот, заряжают хорошие стволы, надо будет к ним заскочить. Может, провести какую-то винтовку. Так, ну что, братуха, тебе удалось найти компоненты, чем быстрее? Да, мне не удалось найти модули регулирования тяги. И в самом деле, кстати, они в отличном состоянии. Тебе удалось найти восстанавливающее вещество, так что мне нужны только три коробки сахарных бомб. У меня есть сахарные бомбы. Я ж тебе уже их дал, я уже их тебе дал, блядь. Ракеты готовы к запуску? Да, скажу Джейсону, что великое путешествие может начинаться. Давай, скажи ему. Господи. Бон вояж, говорит. Сообщите Крису, есть, да, блин, расстройте планы Брайта. Где мои субтитры? Где мои, сука, субтитры? Короче, ребят, он пытается сказать, что приключение начинается, они полетят в классный... Ну, проповедь, обычная проповедь, типа... наши дорогие фанатики моего культа, мы все отправляемся в землю обетованную. Все будет очень классно. И нам совсем не подмешали сахарных бомб в топливо. А если и подмешали, то смерть будет чертовски быстрой, друзья мои. Крис, спасибо тебе за то, что ты сделал это путешествие реальным. Воздастся тебе в этой жизни чуть более чем полностью. Мы тебя никогда, мать твою, не забудем, Крис. Я буду закрываться в ванной и мастурбировать на твои фотографии, пока ты находишься здесь. Ну, это уже совсем другая история. Совершенно другая. Так. Пора. Я могу поговорить с интеркомом? Интерком, что ты думаешь об этом? Надо было, конечно, попросить благословения Богорога, но... Избирательный полигон Рэппо. Мне сюда? Да, мне сюда. О, а вот и он. Так, навигационный пульт. Похоже, что с помощью этой консоли можно модифицировать траекторию ракет, но вы не можете понять, как это сделать. Наука 40. Ну, я так и думал. Я уже побеспокоился о том, что они никуда не прилетят. Ну что? Точно. Удачи в полете, ребята. Ой, хорошо. О! Ох, какой полет. Какой отличный полет. Особенно вот эта ракета. Давай полетаем, Achievement Unlocked. Любимец, весть о вашем добротах, что кое распространились, люди вас любят. Но еще бы они меня не любили. Меня даже за это карму, блядь, не сняли. О, level up тут же. Оружие на 2. Красноречие еще побольше. Взлом нормально, скрытности побольше заимеем еще. Далее. Быстрая призарядка, безветная преданность, 2 ствола, дуэлист, кладоискатель, быстрая реакция, империалист. Это команда, халявщик, понимание, хорошая память. Я не знаю, дуэлист, не то. Быстрая реакция, с быстрой реакцией вы ухватываете и сухлять оружие на 50% быстрее. Оно мне надо. Команда, ваша меткость из винтовки. О, да, вот это давай. Буду долбить из винтовки.
Тихо, нет, команда, я сказал. Я команда. Вот так-то лучше. Опа. Теперь я точно как сукин сын. А можно я прямо здесь сойду, пожалуйста? А я бы еще хотел с Крисом переговорить. Отправил Гули, блядь, в последнее путешествие. Хорошая была ваша штаб-квартира. Между прочим, как я мог забыть про такой кладезь? Кто ворует? Я ворую, ты воруешь. Еще что есть? Вантус. Не докурили, что ли? Или что это тут лежит? Похоже реально на сигарету. Поспать я тут не могу. Что в сундуке? Патроны. О, веса у меня как хорошо стало, когда я продался этой мамаше Гибсон. Мне показалось, он здесь стоит. Че меня призраки преследуют, мать твою? Какой здесь, какая здесь музыка? Чертов Брайт. Думал, может меня просто так использовать, как и его Гуля. А я могу с интерковым с этим поговорить? Вроде я с этим интерковым мог всегда разговаривать. Интерком, интерком. Нет, уже. Так, нам на выход. Оп, оп. Кажется, моя работа здесь закончена. Терема Неваргас просто обязан мне рассказать по поводу того товарища, который прострелил мне бошку и пытался закопать меня. А уж я сделаю так, что он умрет. Так, с карта пост-рейнджеров. Новак, любимец. Любимец публики. Бун, наверное, со мной все равно не будет разговаривать. О, старина. Старина, я узнал тебя, Гуля. Добро пожаловать в Новак. Не слишком интересное место, но люди здесь достаточно дружелюбные. Здесь нужен был хороший инженер, у меня сейчас много работы. Спасибо, я узнал об этом городе благодаря тебе. Да не за что. Хорошо сработали. Я в полночь, у меня и было задание в полночь по поводу коров. Расследование, узнаете? Нет, плата по счету, нет. Город примерно, нет, открытие, нет. Так, нужно сейчас быстро пойти и посмотреть, кто, сука, убивает скот. Я думаю, я в состоянии это сделать. Так, вот это уже завалили, кажется, да? Я, блядь, кажется, опоздал. Так, ребята, Макбрайды, вы не спите? Должен что-нибудь найти? Нет еще. Не беспокойся, мы как-нибудь протянем. Ну давайте. Что привело тебя сюда? Что можешь рассказать о нападениях на ранчо? Все очень странно и необычно. Когда это случилось последний раз, могу поклясться, слышала плач. Кто-то просил о помощи, судя по голосу, какой-то здоровяк. Но когда мы наконец решили выйти и посмотреть, то нашли только наших животных. Я точно знаю, что они такие звуки издавать не могут. Представления не имею, что происходит. Возможно, Тасси сможет рассказать больше. Я немножко подожду. Надо бы где-то спрятаться. Что-то из меня, ребят, не помогает. Я забыл выключить музыку, у меня пизда, арабы, арабы, они уже ебашут заявы. О, о, пронесло-то, блядь, пронесло-то. Ребят, ну пока что вроде все относительно чисто. Только трупы браминов, которые разлагаются. Давайте попробуем подождать один час. Один час, не больше, не больше. Мы подождем один сраный час. Надо бы прийти сюда следующей ночью, когда я буду готов. Ну-ка, ждать. А вот как мы поступим. Сейчас мы отправимся спать в мой номер. На следующее утро в 12 часов ночи мы придем сюда и посмотрим, что почем. А сейчас, кстати, мне бы заскочить в номер Мэнни Варгаса. Мэнни, ты где? Комната Мэнни Варгаса. Он меня ждет. Мэнни? Ёб твою мать, это комната Мэнни Варгаса, ты же. Как дела с Гулей? Я на тебя рассчитываю. В Репоне больше нет Гулей. Правда? Невероятно. Я знал. НК, а Новак.
Я знал, что будет просто. Просто, ага. Сразу убит был. Теперь поговорим о том человеке, которого я ищу. Ладно, я расскажу тебе все, что я знаю, как и обещал. Парень, которого ты ищешь, Бенни. Путешествовал с ребятами из моей бывшей банды. Они пошли в Болдер-Сити. Где находится Болдер-Сити? Отсюда придется смотреть прямо на дороге на север. Знаешь, почему они туда пошли? Без понятия. Я знаю, что Бенни еще им не заплатил. Может, там они должны были рассчитаться. Это все, что мне нужно было знать. Ну все, до свидания. Кумир, Новак. Сообщество обожает вас, добрые дела, стремление прийти на помощь. Какая хорошая. Какой все-таки человек-то хороший. Человек-то какой хороший. Гулям помог. Ну, вы можете, ты можешь, конечно, не помог, на самом деле помог. Я хочу снять номер, старушка. А, старушка уже не снимет номер. Мне кажется, у меня все равно еще есть. Меня же ключ не забрали или забрали? Я же не хочу спать на коврике. О, отлично. Так, мне еще тут бы оставить. Даже мишку положили, господи, как они любят меня. Как любят-то меня. Скафандр и шлем скафандра я хочу положить сюда. Все, пусть тут. Здесь мне нужна будет радиационная радиозащита. Короче, защита от радиации, я сюда смогу зайти. Сахарные бомбы. Они были все это время здесь. Ладно, я знаю, что вы здесь есть. Так, самое время поспать. И спать мы будем 18 часов. Какой хороший здоровый сон у меня. Какой хороший здоровый сон. Я просто дрыхну, как могу. Так, есть, есть, есть. Секундочку. Еще ровно 2 часа. И еще час. Бежать, бежать, быстрее, 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 быстрее. Успеть, 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 успеть. Ну, 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 ну. Опа, барабинчик пошел. Не то, не то, не то. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Там кто-то стоит справа, меня это не интересует, меня интересует только броня. О, есть! Идет, идет, идет! Наемник! Вон, 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 в стелсе рулит, смотрите! Мимо наемника прошел! Такс. Тень. Ну-ка стой, сука. Я тебя не отпускал. О, кажется, он идет сюда. Блять, кажется, эта хуйня идет сюда. В этой хуйне миниган. Господи, боже мой. Пожалуйста. Есть контакт, ребят. Фу, что ты, блядь, такой? Откуда ты взялась? Так. Миниган. А, он в отстойном состоянии. 16, как даже не, меня даже не интересует. Крики брамина. Какого? Большая часть записанного здесь — невразумительные бредни психопата. Похоже, автор в отчаянии. Он не может спать ночью. Всякий раз, когда он закрывает глаза, в его голове раздается крик брамина, от которого несчастный перевозбуждается. Но он успел забрать брамина. Так, дом Макбрайдов. Удалось что-нибудь найти? Больше никто не будет попадать на ваш хлеб. Ну, не знаю, как тебе удалось, но не знаю... Но знаю, как могу тебя благодарить. Пожалуйста, возьми это вместе с благодарностью от меня, Элис. Да, не стесняйся открыть вон тот холодильник. Отбив там больше, чем можешь им съесть за год. 71 точный крышек. Всегда приятно помочь хорошим людям. Мне нужно поесть и попить, кажется. Ой, и кажется, попить мне нужно прям хорошо. Такс. А где моя вода? Так, кажется, эти ребята предложили мне еду. Да, действительно, смотри, кто зашел. Кто зашел? Кто, блядь, зашел? Боже мой. Ух, как меня кроет, блядь. Ни хрена себе, ты жаробас. Просто проверить. Здорово, родная. Ты не такая толстая, как твой муженек. Тоже такая, прекрасно. Ну-ка, смотри, что делает старушка. Боевая старушка попалась. Ну-ка, подожди. Так, ну-ка. Репутация не изменилась. А знаете, для чего я это все? Потому что я хочу кушать. Голод уменьшился. Вы больше не страдаете от голода.
Видели, хотели скормить мне свои ебаные отбивные глупцы. Нахер мне отбивные, когда я могу питаться более кошерным продуктом. Так. Шляпа шерифа. Теперь ты со мной. Так, ну что вы, что ж, не гоже так, сядьте за стол. Мы же обедаем. Так, как моя репутация? Статистика, общая. Репутация, новый кумир. Все в порядке. А главное, мы покушали. Хорошо же покушать, правда? Еще бы, я мне еще не наелся. Я буду питаться исключительно человечиной. Так. Кого бы можно было съесть, чтобы никто не заметил? Ладно, по дороге найду. Так, нам нужно идти в Болдер-Сити. Карта мира. Где находится Болдер-Сити? О, ё-моё, идти-то достаточно. Гелиос-1 презренный. Болдер-Сити презренный. Это, видимо, там НКР тусуются, раз я такую репутацию себе пробил. У меня заканчивается боезапас. Это не очень хорошо. Я бы хотел приобрести еще. Надеюсь, оружейников будет. О, дверь снова к дому. Тут кто-нибудь живет, интересно? Да, тут живут люди, причем много. Много людей, это нехорошо. А есть где-нибудь, где один человек живет? Не, нету. Опа, а это что? Крышка от Санта Цеприла со звездой. Как ошибочно. Ребят, это стоит... Мне стоит думать, что у вас у всех такие крышечки есть. Вот у тебя нету, например, у тебя тоже нету, и у тебя тоже нету. Повезло вам. А ваши сундуки? Вас обнаружили кто? Простите, я не могу видеть. Кто обнаружил-то? Вас не видит. Так, все, теперь обнаружили. Как они? Они что, не спят? Ребят, вы это, спите, спите. Хакер из прошлого века. Ладно, тут мне не обломится еды. Но я пока не особо хочу кушать. Ладно, отправимся в ход, а там уже разберемся. До Вегаса уже недолго. В Болдер-Сити сейчас. Первым делом. Как машины припарковались. Качественно. Сектор чист на барабане. Завод какой-то. А, это Гелиос-1, похоже. Туда заходить не буду. Меня там явно не ждут. О! Рейнджер НКР. Блять, вы это сейчас не патруль какой-то, который по мою жопу пришел? Не, судя по сухим снежкам, ты не знаешь, кто мы такие. В следующий раз я возьму косу и черный плащ. Видишь, НКР зовет нас, когда хочет, чтобы с ужасными людьми произошло ужасное. Что? И что? Эти в Ирак, НКР пусть ваша тоже туда идет. У тебя всего 3 дня на то, чтобы служить милость НКР, или мы вернемся. На этот раз светских разговоров не будет. Нет, мы разберемся сейчас. Черт, ты что, не хочешь прожить пару лишних дней? Иди перепихнись еще разок. Или еще что, а мы уходим. 3 дня. Единственный, кто меня привлекает, это ты, чувак. Ты как? Рейнджер НКР. Ну, ебать, у вас костюмчики, конечно. Это... Ну раз уж у это дали мне 3 дня, там все дела, то я, естественно, как честный человек, пойду и использую эти что? 3 дня. Ой, блядь, мимо. Как? А у меня же ватс, кажется, хороший. Не, ватс у меня отстой. О! Кажется, попадание. Интересно, а кто это стрельнул? Ребята, а кто это стреляет? Ребята, ребят, а что происходит? Ой, блядь. Ой, пошла, пошла заварушка. Наемник, наемник, помоги. Государство зрения лишать. Ёб твою мать, стреляют. Давай по торцу ему. Ну, блин, у меня же бац прокачан. Почему так косо? Не, не, не. Что ж так мало? Что ж так урона-то не хватает? Так, ну-ка не спеши. У меня, кажется, еще есть какая-то винтовка. Что у меня есть? Тот самый, старина. Блять, граната. Мне пизда. Твою мать, конечности приказали долго жить. Это было неожиданно. Так, хорошо. Стат. Что по статусу? Левой руке пизда была.
Так, теперь парочка стимпаков. Стал сбой. Ага. Нихуя себе новости! А кто его захуярил? Ладно, парни меня видят. Продолжаем войну. Меня приговорили нахуй, ну бывает. Вот эта граната, которая залетела мне прям на лицо, это было действительно неожиданно. Так, ну раз такая песня, то... У меня очень мало пуль. Если у меня была хоть чем-то, я бы даже не парился с ними. А они не продаются нигде. Даже у того типа в динозаврике. Так, ну смотрите. Прям по голове бью, честно. Ну, смотрите, прям по голове. Походу прицел действительно... Действительно путает что-то. Ну, то есть, давайте стрелять по корпусу, только потому что по голове мы, к сожалению, стрелять... Это что за сейф? А, да-да, что-то такое есть. Мы можем поступить еще круче. Слышь, вот ты, похоже, самый опасный из них. О, у тебя хоть чем-то, хоть есть патроны для нее. Это, у меня для тебя есть подарок. Ох, блядь. Я наоборот, слышь? Я наоборот хотел не забрать, я хотел дать. О! Вот у этого парня, кажется, что-то есть. Ох, блядь, что ж случилось-то? Парни, что ж произошло? Что ж делается? Так, слушай, для тебя у меня тоже кое-что есть. Так. А гранаты я, блин, все впарил. Вот я дурачок. Ну, а, вот противопехотная мина. Ах ты! Ой-ой-ой, ой. Какого хуя происходит? Так, это хороший. Вот этот плохой, да? Какой-то бешеный рейнджер НКР. Блин, я стреляю по рейнджу НКР, мне говорят, у меня получена дурная слава. Ну что за... Ой-ой-ой, прям в канаву. А что это за спецэффекты такие? О, мертвый рейнджер. Коричневая шляпа рейнджера, не нужна она мне. Полицейские очки. Выглядит здорово, но мне кажется, такие уже есть. А ты чем стрелял? Винтовка ковбоя, причем в хорошем состоянии. Но мне все еще нужны жетоны НКР, возьму. Осколочная граната, вот кому я сейчас что подкину. Шляпа рейнджера, гильза, патроны, не, все не то. У нас тут еще где-то рейнджер был, куда он делся? А, вон он уходит. Думает, так просто уйти от меня. Ха. Сейчас им... Стой, стой, ни хрена скоростью, посмотри, как топит. Ладно. Мы разберемся сейчас, я же, блядь, сказал. Нужно другое вооружение, срочно. Тот самый, где ты? Тот самый, ты нужен. Винтовка ковбоя, может быть? Нет, тот самый. Давай! Ни хрена, его хрен продамажишь. Я не знаю как, но мы это сделаем. Я не знаю как. Я не знаю во имя чего. Но я нашел тебя. Прям в глаз, ни хрена там, блин, защита у них, конечно, безумна. Тихо, ты, ладно, не торопись. Не торопись со своими действиями. Критическое попадание, криты меня и спасают. Это твой, это все тебе, все в твою странную голову. Когда я уже пробью твою броню? Давай, давай, почти закончили. Ох, кажется, есть. Охотничья винтовка, вот чем я отремонтирую свою винтовку. Так, жетон НКР, расколочная граната. Патронов 6 штук всего, что это за человек вообще после этого? Ого, бронюшка, конечно, средняя. У меня же тоже средняя. Я, пожалуй, пока одену, ага. Я, походу, буду выглядеть как гражданин НКР, да? Да, ну, неважно, пока похожу. Съесть. Хотя, ты знаешь, я вас презираю, блять. Я даже, наверное, не буду ваш костюм носить. Так, мне нужно питаться как можно больше сейчас. Да, я, пожалуй, одену свой обычный костюм. Да ну их к черту, этих НКРовцев, ублюдки. Простите, ребят, все, кто проходил за НКР, это мое прохождение, я считаю их чисто ублюдками.
И все свое прохождение я так и буду их считать. Так, ты хозяин каравана? Да, патронов бы. Так, с оружием. Трехлучевая лазерная винтовка, не то, костюмы. О, кожаная броня усиленная. Это, конечно, интересно, но она очень-очень-очень в плохом состоянии. Ну, в принципе, я не думаю, что ремонт недорого встанет, поэтому давай. Такс. Тем более я могу откупиться от тебя своим снаряжением, например. Как ты относишься к броне разведывательно-патрульного ряда? Вот НКР. Хочешь такую штуку? Винтовку ковбоя возьми, у меня уже охотничья есть. И в этом... Докторских сапояжей у тебя не хватает. Давайте впарим ей еще довоенные деньги, которые у меня есть. Ковбойская шляпа Деспирадо, которую я уже не ношу. И я хочу найти у тебя магазин для пистолета-пулемета ускоренный, гвозди для бейсбольной биты. Это чтобы забивать гвозди, что ли? Да, интересные. Облегченный корпус для кастета, ножны для катаны, отходы электроники, плазменный пистолет, улучшенная рукоять катаны, граната, усиление для потрошителя. Это, конечно... Хотя у тебя даже есть что, у нее есть деньги, ребят. Давайте ей продадим все, что можем. Например, не, 5,56 патронов нам еще пригодятся. Хотя у нас есть бронебойные, к черту, обычные будем стоять классными. 5-миллиметровые патроны, которые для этого, для минигана. Бафаут, гидры... Динамит, дневник, докторский саквояж, кожная броня, это все я купил, кошеглаз пригодится еще, медиксы пригодятся, ментанты, осколочная граната, вообще нужная тема, охотничья винтовка. Забираю моя полная, пистолет с глушителем, противопехотная мина, психа, топливо, вообще не буду никогда его трогать, ремонтный набор оружейника, не чиню ей, блять, мог отремонтировать винтовку набором оружейника, пиздец, я забыл. Так, стелс-бой возьми, одну штучку мне оставь, мне хватит. А топливо для огнемета, судя по всему, он еще не работает. Шляпа шериф, электронный заряд, железо и раскорпиона. 6000 крышек, ребят. Кто? Где? Берегусь. А почему я не могу зарядить 5,56 патроны на тот самый? Вот 5,56 патроны, боеприпасы. Вот 5,56 бронебойные, пожалуйста. А, вот так это делается, понял. А, кажется, на двойку, точно, это ж на двушку меняется. Вспомнил, только сейчас. Так, опа, соперник. Главарь банды Гадюк. О, осторожно. Да я самоосторожность. Блять, мимо. Почему ж так? Надо прицел срочно на эту винтовку. Очень срочно. Ой, идут сюда. Что это такое? Критическое попадание? Такой хороший звук, приятный. Да не вопрос, решаю просто все. Только патронов маловато. Это моя еда. Не трогай мою еду, пожалуйста. Не люблю, когда люди трогают мою еду. Такс. Магнум калибра, который я сейчас прямо сейчас продам тебе. Кожная броня усиленная, которую, кстати, надо одеть. Симулятор молоток. Давайте сразу разберемся с нашей броней. Костюмы, кожная броня усиленная, ремонтировать. Ну, ну вот ты у нее порог урона стал 10. Я стал немного круче. Бутылочную крышку, наемник-борец. Тут еще где-то один был ближе, кажется. Или... А, вот, молодой человек. Бутылочная крышка. Стимулятор. Так, родная моя. Это... Да, да. Ну, да. Как бы вот тебе магнум. И еще кожная броня усиленная, которая мне сейчас не нужна. Вот эта слабенькая, которую я у тебя взял. Принять. Ну, 400 крышек как с куста. Плюс бесплатный обед. Ой, ребят, меня же как бы видят. Разве, по-моему, это плохо, когда меня видят, да? Или вас это не парит? Судя по всему, вас это не парит. Ну и хорошо, правильно. Пусть каждый делает то, что хочет. Ой, как же, блядь, вкусно мясца-то прихавать, ну? Ну, хорошо, ну, хорошо. Натуральный продукт. И все-таки патроны мне бы пригодились. Так, выйдите, не стесняйтесь, у меня тут еще. Ой, вкуснотища. Вкуснотень просто. Так, касаемо карты Boulder City рядышком. Вы еще не нашли эту локацию. Да я не собирался фаст-тревелить. Я, кстати, с караваном как-то перемещаюсь вместе. Так вышло. У меня еще тот самый заряжен бронированными. Кстати, надо было этих рейнджеров бронированными и шмалить. Они вообще охренели, я умею. Так, автозаправка Эльдорадо. Тут точно есть сахарные бомбы.
Или нет? Не знаю. Оружейный шкаф есть. Патрон калибром магнум, два револьвера, которые можно отремонтировать за счет их же самих. Что я, собственно, сейчас и сделаю. Оп, резко. Готовые обеды. Еда для слабаков, как мы уже знаем. О, крышечки. А крутых крышечек нет, а то я их коллекционирую все-таки. Бутылочные крышки 56 штук за колк, это военные деньги, здорово. Че относительно неплохо зашел. Ящик сам цепарилы. Бутылки только. Ну, есть еще парочка, они мне не нужны. Такс. Болдер-Сити за этим холмом. Впрочем, знаете, наверное, в Болдер-Сити мы отправимся уже в следующей серии. Спасибо, что были со мной. Доброго ПП. С вами был Шустрила. Пока-пока.